Внимание автолюбителям! Городская мэрия сообщает об установке дополнительных дорожных знаков на улице Жиделева на участке от Демидова до Громобоя и улице Демидова от Жиделева до проспекта Ленина будет ограничена стоянка транспорта. На обочине появится знак «Остановка запрещена» и дополнительной информационной работает эвакуатор. Установка табличек позволит увеличить пропускную способность, повысить безопасность движения транспортных средств и пешеходов, снизить количество ДТП, а также не допустить создания очага аварии. С 1 сентября на участке будет осуществляться фото- и видеофиксация нарушений требований правил дорожного движения.